«Свет фантазии на шкле». У Центральной городской библиотеки имя Герцена открылась выстава витражов. 23 работы у техницы витражного живопису представила детская школа мастерства номер 5 города Гомеля. У этой научной установе роспис по шкле выкладываются уже 4 года. Авторы презентованных работ – вучни 13-14 годов, выпускники школы и их выкладчики. У руках детей шкло и фарбы оживают. За этого картины нагадывают калейдоскоп. Здаецца, что их собрали с каляровых осколков. Авторы частей за все выбирают жанры натюрморта або пейзажу. Тому экспозицию наполнили в образы спелых плодов и пышных кветок, посуду с орнаментом и домов с каляровыми фасадами. Это работы наших учеников и наших выпускников. Период этот достаточно длительный. Это выпускные работы. Ну и текущие, когда мы просто в четверти рисуем. Также представлены работы наши авторские, мои и Юлии Владимировны. Несколько работ авторских. Плюс еще работы нескольких детей, которые на конкурсах участвовали, заняли какие-то места. Мы участвуем и в городских конкурсах, и в районных, и в областных, и международных.